Водители бывают разные. Водители-дальнобойщики, водители-связисты, любители, профессионалы. Впрочем, перечислять не имеет смысла. Стоит упомянуть, что Могилевский Кулибин Владимир Усов недавно изобрел новую профессию – водитель-банщик. Володя, скажите, как появилась такая идея? Ведь зритель навряд ли скажет с первого раза, что мы находимся сейчас... Да, в бане, на колесах. Обычный ГАЗ-52, таких по городу пруд-пруди, но этот случай особый, даже не баня, настоящая финская сауна на колесах. Вот. Ну что, давайте, может быть, испытаем. Давайте. Не поддать ли нам парку, так сказать? Давайте сделаем такой момент. Температуру баня Владимира держит отлично. При должном старании котел до сотни градусов выдать может. Топить долго не нужно, час-полтора, и не каждый в этой парилке высидеть сможет. Что и говорить, пар костей не ломит, баня хороша. Да, приезжайте к нам еще в баню. Спасибо. Но... По словам Владимира Усова, плюсов у его бани не перечесть. Захотел попариться на Днепре? Пожалуйста. Захотел на Минском море? Нет вопросов. В гости к друзьям субботним вечерком теперь приехать не стыдно. Не с пустыми же руками едет, со своей баней. Ну да, вот сегодня позвал меня товарищ. Говорит, Володька, приезжай, отдохнем там, то и все. Ну, решил я, поеду-ка на бане. У него там друзья собрались тоже. Владимир Никитич и Валерий Владимирович – банщики-путешественники. Поддавали парку и в шведской бане, и в финской сауне. Всякого на чужбине насмотрелись, но чтобы баня сама в твой двор приезжала, такого не бывало. А я жду, когда ты подъедешь. Уже не поверил своим глазам. Ну, все нормально. Ну, приятно видеть. Ну, а покажи, как банька твоя. Готова ли? Да, уже почти. Ага. Вот. О. Прогорит. Да. Немного. И ну, прекрасно. Можно. Какая температура? Ну, в парилке будет 100 и больше. Да? Человек в силах порадовать сам себя, считают мужики, и не нужно для этого миллионы. Достаточно дровишек, парку, да и кружечку пива за компанию. Ну, давайте. Понравилось? Давай. Вообще супер. Владимира Усова вся округа знает, ведь он ни много ни мало баню изобрел. В ней не только париться можно, но и колесить. Если не по миру, то по окрестностям уж точно.